Так, где сколько? Он воняет, он омерзительный. Thank you.
Сейчас, конечно, нравится, но это не очень не опасно. Сколько не надо, может быть, денег, это все, все, что сказали, успеете еще не покупать. Сейчас у меня все равно покупать. Вот купили мы вот эти три рубашки на побочке. У меня уже жалко сидела, думала, я бы рада была, что мне еще платить давай. Самим тут столько денег, да. Три вот таких вот рубашечки. 450 рублей. Так что это заебись, кто-то еще. Я три раза ходила в Необанк. Сначала я сняла какой-то, у меня что-то. Какой-то короткий осколок, это какой-то, там, не помню, это было молодое растворение. Потом увидела, что подешевле, на 50 рублей. Я скупила болт, взяла его тоже с кипятком, вот этот колесик. Он подороже на 30 рублей, я взяла 100 рублей. По грамму только же, по 30 рублей, по 30 рублей, какой-то прикольный. Ты молоко? Слушай, это я же не буду.